Заблуждаетесь, милая моя? Вы в опасном заблуждении.
Позвольте мне. Знаете ли, милочка, то, что вы называете грязью, на самом деле биологические ферменты, необходимые, например, для жизни растений. Я разве похожа на растение? То, что для нас, девочка моя, грязь, это не означает, что это плохо само в себе. Наоборот, многие люди сходятся во мнении, что грязевые ванны чрезвычайно полезны. Если человек научится жить с природой так, как его праотцы, то жизнь человечества вновь пойдет вверх. Прибывает, так сказать, непосредственное окружение природных минералов, компоста и перегноя. Вы, несомненно, оцените все преимущества вашего положения. Если я не выберусь отсюда в ближайшем будущем, то я точно не смогу оценить все преимущества моего положения. Да, я, конечно, не возражаю против единения с природой. Мне просто холодно и мокро здесь. Мне уже дышать трудно. Я думаю, мы сможем вам помочь. Здорово, сходите за веревкой, ладно? У нас есть отличный способ от затрудненного дыхания. И главное, элементарно, вам нужно всего лишь на несколько месяцев воздержаться от жирных блюд, избегать соли и сахара и питаться исключительно натуральной пищей. Кроме того, пара очистительных клизм произведут поистине волшебные действия. Да, я себе представляю. Спасибо вам, друзья. Я обязательно воспользуюсь всеми вашими советами. Да если когда-нибудь выберусь отсюда! Не все сразу, милая. Не все сразу. Начните с малого. Начните с клизмы. Я вижу сарказм на вашем юном личке. Не стоит пренебрегать народной медициной. Да не нужна мне никакая клизма. Я домой хочу! Ну как же мы можем вам помочь, если вы сами не хотите себе помогать? Ваше положение – логическое следствие вашего же нежелания жить с природой. Боюсь, человечество еще не готово к жизни в гармонии с природой. Вы правы, коллега, вы 300 раз правы. Однако... Ладно, не хотят, как хотят. Сама уберусь. Подбегает спортсмен. И раз, два, три, четыре. Поворот. Издеваешься, да? Почему издеваюсь? Я за тебя сопереживаю. Слушай, ты не можешь мне помочь выбраться из этой ямы? А? Конечно могу! Спасибо! Ноги на ширине плечи. Раз, два, три, четыре. Так. Слушай, а что это мы делаем? Разминка. Если ты хочешь выбраться из ямы, тебе нужна разминка. Без нее никак. Ну что, согрелась? Да, спасибо. И раз. Вылезание из ямы, приготовься. Готово. И раз, два, три, четыре. Не получается. Один раз не получится, сейчас получится. И раз, два, три, четыре. Да не получается. Слушай, ты не мог бы мне помочь выбраться из этой ямы, а? Нет, подумай сама. Я тебе сейчас помогу, а завтра ты опять отпадешь. И что ты будешь делать? Меня завтра не будет, так что учись сама. Да, это логично. Но ты понимаешь, что я уже так давно тут сижу. Это твоя расплата за то, что ты не занималась спортом.
то это можно поправить. Плоть глупа, не слушай ее, заставь себя, поверь себя. А ну-ка, раз, два, три, четыре, смотри, как это просто. Не получается. Один раз не получится. Один раз не получится, сейчас получится. Смотри, ты уже залезла немного выше. Каждый день делай заметки, насколько выше тебе удалось залезть. Каждый день? Да ты понимаешь, что я уже качусь и скоро? Терпение, терпение, плоть глупа. Не слушай ее, скажи ей, плоть. Ты не окочуришься, тренируйся, и все получится. Успехов я всех обязательно буду наведываться. Раз, два, три, четыре. Да что же это такое? Уже темнее. Люди, помогите, люди, помогите. Да что люди? Бог, если это есть Бог, помоги мне! Ау, Бог! Появляются мусульмане. О, Аллах! О, Аллах! Кто взывает к Всевышнему? Это я! Ой, это Бог вас послал! Да? Слава Ему! Слава! Вы вытащите меня отсюда. Вытащите вас? А вы когда-нибудь задумывались, сколько времени вы игнорировали Бога? Нет. А как вы думаете, Бог только сидит и ждет, пока вы его позовете? Что вы будете развлекаться, ходить на отвратительные дискотеки, одеваться, как вам вздумается? Нет, но... А как вы думаете, что вы будете плевать на его законы, делать что попало? Когда вы молились в последний раз? Вы вообще молились когда-нибудь? Нет, но я ведь не знала, а теперь я обязательно... Теперь, когда вам что-то от него надо, он, сотворивший небо и землю, владыка всего живого на земле, просто прибежит к вам, как собачка, когда вы соизволите к нему обратиться? Да, это неправда. Я действительно грешница. Но что мне теперь делать? Что делать? Что делать? Благодарить его, что он послал вам столь милосердный конец. Ибо даже смерть не может искупить силу вашего греха, вашего презрения к нему, вашего мерзкого поведения, самого существования вашего. И да будет небо милосердным к вам, в чем я лично сильно сомневаюсь, ибо то, что вы имеете, вы сами заслужили. Так, це я, все добре. Прости мене, Ісус, я не вірила в тебе. Настільки не затвергала тебе. Це не важливо. Ми стільки розказували о тебе, а я завжди сміялася. Забудемо про це. Я вже тебе простив. Да? Ісус, а чому ти не прийшов раніше? Мила моя, я не відходив від тебе ані на крок. А чому ти зразу не помог? Ні.
Бо я допоміг тобі, щойно ти дозволила мені допомогти. Це як? Ти розкаялася, сказала, що шкодуєш, що тобі соромно за свої вчинки. Ні, бо я люблю тебе і довів тобі це, коли віддав життя своє за тебе на хресті. І мені не треба заслужувати спасіння. Ні. О, Господь, як я благодарна тобі за любов твою. Спасибо тобі за муки твої, за страдання твої ради мене. Я люблю тебе, Господь. Бо так Бог полюбив світ, що віддав Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Як вивчити, ні? А хто мені скаже, про що це було взагалі? Дякую за запитання. Ця дівчинка символізувала людство, все людство, яке потрапило у яму гріха. І багато хто пропонує рецепт, як позбавитися цього прокляття. Але тільки один Ісус Христос зробив реальні кроки до нашого спасіння. Ці кроки коштували йому смерті та життя. Він помер за наші гріхи, і він був розп'ятий, і на третій день воскрес. А хто це до нього приходив? А що ще Ісус зробив? А хто це приходив до нього? Хто це були? Це хто був? Буддист. А що? Думала про те, де вона є, так? А що нам пропонував спортсмен? Займатися спортом. І буде все добре, так? А що Ісус запропонував? Попросити його допомоги. Ясно. І я думаю, що це дуже класна така сценка. Вона дуже глибока, дуже важка. Ви дуже великі молодці, що це зробили. Ми вам подякуємо. Давайте попробуємо. Сьогодні хотіли прославити Бога, заспівати і запросити дітей. Мар'яна, бачу, я казала. Запросити дітей разом, хто хоче сюди підходити і повторювати всі рухи.